Друзья мои, всем огромный привет! Я очень рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня делаю свои фирменные обалденно вкусные сырники с домашней сметаной и медом. Ребята, немаловажно, у меня творог домашний. Видите, какой классный? Не сухой, вообще шикарный. Но единственная трагедия в том, что у меня не оказалось ванильного сахара. И это трагедия, и для меня это печаль печальная. Но я уже не стал бежать за ванильным сахаром. Все-таки у нас карантин, не забываем. Во время коронавируса стараемся больше сидеть дома. Поэтому у меня будут сырники, к сожалению, без ванильного сахара, но зато с изюмчиком. Итак, ребята, у меня 2 килограмма домашнего творога, 70 грамм изюма, 3 крупных яйца, 450, может быть 500 грамм просеянной муки. Но у меня 450, но можно и 500 добавить. Это уже смотря какой творог. С сахаром я взял 5 столовых ложек. А сметанка, ребята, домашняя, смотрите, желтенькая, вообще супер. Она как сливки, но это сметана. Ну, где-то чуть больше, чем пол-литра, я с литровой банки набрал сюда. И вот такой вот мед у меня. Итак, ребята, сейчас нужно творог вилочкой. Я вот большие кускманы вот эти просто поразминаю. Вот так. Ребята, творог у меня зернистый, но творог в меру влажный, что очень хорошо для сырников. Итак, ребята, сюда добавляю сахар, 5 столовых ложек, 70 грамм изюм. Сюда же 3 яйца. Если яйца у вас не очень крупные, можно 4. Отлично. Друзья мои, забыл, еще щепотку соли нужно. Вот так. Отлично. И можно это все немножечко перемешать. Далее добавляю муку 450 грамм на 2 килограмма творога, 450 грамм просеянной муки. И опять перемешиваю. Друзья мои, творог в себя забрал муку. Поэтому время вымесить это все руками. Итак, убираю ложку и хорошо руками вымешиваю. Все, ребята, творог однородный, эластичный. Видите, он не липнет. Отличный. Поэтому пришло время формировать сырнички для обжарки в подсолнечном масле. Так, пока мелочь в сторону, сметанку в сторону. Досточку. И уже тут, как кому нравится, большие, маленькие, я буду делать средненькие. Не большие, не маленькие. Ну, чтобы они прошарились. Смотрите, какой сырничек. А? Класс. Итак, друзья мои, сырники готовы к обжарке. На раскаленную сковородку с маслом. Огонь сделал чуть ниже среднего. И вылаживаю сырнички. Ребята, ну это же песня. Ну разве это не красиво? А еще как вкусно. Я же готовлю идеально, друзья мои. Я идеальный повар. Я повар.
А? Красота. Пришло время переворачивать. Вот так.